Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас в ремзоне сегодня находится автомобиль Hyundai Solaris 2011 года выпуска с бензиновым двигателем, механической коробкой передач. Пробег у автомобиля на автомобиле 71 тысяча километров. Клиент приехал на заявленные работы, замена масла, фильтров, но также попросил обратить внимание на работу сцепления. При полностью прогретой машине, когда автомобиль стоит в пробке, при выжиме сцепления появляется вибрация. Ну и, соответственно, некомфортно ведет себя в движении автомобиль сам. Нам пришлось демонтировать коробку для того, чтобы посмотреть, что тут происходит с самим сцеплением. Коробку демонтировали. Ну, по самому маховику вопросов нет, он еще в нормальном состоянии. А вот на самой корзине обнаружили небольшие трещины. Вот здесь вот по диаметру, по кругу. И возможно, что при нагреве начинает расширение металла происходить. И сам диск, он тоже не плотно, неравномерно изнашивается. То есть работа получается, сцепление неравномерное. С одной стороны где-то идет больше прилегания, с другой стороны прилегания вообще нет. Поэтому будем менять полностью комплект сборе, диск, корзину, рабочий цилиндр. Работа у нас по времени займет 10,5 часов, сумма работ составит 15 400 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 24 месяца, при этом несем полную материальную ответственность за все рекомендации, произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту автомобилей, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание, удачи на дороге.